Лучшего водителя городских автобусов выбирали в автотранспортном предприятии. Традиционно накануне праздника Дня водителя здесь проходит конкурс профессионального мастерства. Всего на испытания заявилось 8 участников. В программе конкурса задания по теории и практике. Конкурс профессионального мастерства в городском автотранспортном предприятии давно уже добрая традиция. Он проходит здесь больше 10 лет. Вячеслав Чуклин – водитель со стажем. На предприятии трудится 6-й год, в конкурсе участвует во второй раз. В прошлый водитель занял 3-е место. Сейчас, конечно, надеется на победу. А что было самое сложное? Заезд в бокс или по кругу? Остановиться на линии. Остановиться на линии? На стоп-линии? Да, на финише. Всего из 40 штатных водителей в конкурсе решили попробовать свои силы 7 человек. По словам директора предприятия Виктора Калюжного, нехватки профессиональных кадров АТП не испытывает. Водителей хватает. У нас периодически возникает необходимость в водителях категории D. Но вот на сегодняшний день мы, в принципе, все вакансии закрыли. То есть вы конфликтовали? Да. Осень, все из запусков вернулись, люди меняют работу, пришли к нам новые сотрудники. Вот, то есть мы водителями сейчас укомплектованы полностью. Заезд в бокс, змейка задним и передним ходом, проезд по узкому кругу, остановка на стоп-линии. На каждом этапе за правильностью выполнения заданий следит компетентный член жюри. Задание на знание теории, а затем подведение итогов. Парковку он вообще не выполнил. Не выполнил парковку, он не вместился. Да, и на это самое, на финише он заехал. Важна не только скорость, но и аккуратность. Водители должны быть предельно внимательны, чтобы не задеть ни одну кеглю. Самого лучшего ждут заслуженные призы. Призовые места у нас по положению. Значит, премия за первое место 20 тысяч, за второе место 15 тысяч, за третье место 10 тысяч. Плюс премия каждому участнику, кто участвовал в конкурсе. Однако имена победителей назовут чуть позже. Интрига сохранится вплоть до пятницы. Тогда на торжественном собрании, приуроченном к профессиональному празднику, Дню работника автопрома, и объявят лучших водителей Нарьянмарского АТП. Ольга Русул, Леонид Шишилов, телеканал «Север».